Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, учрежденный 22 апреля 2013 года, начал деятельность уже 1 июля. Создание условий для обеспечения независимости экспертной деятельности и повышения ее эффективности – основная цель, ради которой под одно начало объединили сразу несколько специальных исследовательских подразделений, ранее находившихся в составе разных структур. В частности, под одной крышей сегодня работают Государственная служба медицинских судебных экспертиз, экспертное подразделение органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, вооруженных сил и экспертных подразделений Министерства юстиции Республики Беларусь. С 1 июля 2013 года мы работаем в рамках новой структуры. Почему было принято такое решение? Для выполнения экспертиз на более высоком качественном уровне, для сокращения сроков производства экспертиз, чтобы создать экспертам лучшие условия, в том числе лучшие материальные условия, дать им новое лабораторное оборудование для проведения экспертиз на более высоком качественном уровне. Основные функции, которые осуществляет сформированная организация, это производство экспертиз по всем судебным делам и проверкам, а также проведение исследований по материалам государственных органов, осуществляющих контрольную или надзорную деятельность, обращениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Дактилоскопическая, подчерковедческая, баллистическая, физико-химическая, фоноскопическая и судебно-генетическая – это еще далеко не полный перечень всех видов экспертных исследований, которые могут провести специалисты управления комитета по Брестской области. А в том, что там работают настоящие профессионалы, сомневаться не приходится. Случайных людей в таком сложном и морально тяжелом деле быть не может. Все сотрудники имеют за плечами не только отличную медицинскую подготовку, но и солидный багаж знаний и навыков в области психологии. Располагать знаниями просто в области медицины здесь недостаточно. Здесь мы приобретаем в процессе переподготовки, мы приобретаем специальные знания, почему и, в общем-то, экспертиза назначается. То есть основанием для назначения экспертизы является необходимость в специальных познаниях в области судебной медицины. Вот. И работа очень специфическая, и в частности, это вот фактор такой, знаете, моральный фактор, тяжело, вот, потому что мы работаем с людьми, которые попадают в беду. Часто к помощи сотрудников данного управления обращаются не только официальные государственные и частные структуры, но и физические лица. Детальный анализ, подробное исследование и заключение независимых экспертов порой необходимы человеку для установления справедливости или разрешения конфликта. На платной основе, в частности, проводят пользующуюся большим спросом в последнее время генетическую экспертизу по установлению родства, в том числе спорного отцовства. Таких обращений только за прошлый год в области было обработано более 100. Хороший уровень оснащения лабораторий позволяет уже сегодня проводить исследования, требующие высокой точности. Но по признанию экспертов, совершенству нет предела, и для дальнейшего развития необходимо постоянное обновление оборудования. Уровень исследований кардинально изменился. В частности, у нас открылась генотипоскопическая, отдел генотипоскопических экспертиз, в котором стоит самое современное оборудование на уровне лучших мировых стандартов. У нас не все еще есть оборудование, которое хотелось бы, но мы надеемся, что в обозримом будущем все это восполнится. Несмотря на еще небольшой период работы, образованное управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области сегодня – коллектив настоящих профессионалов, которые справляются со своими обязанностями на отлично, постоянно повышают уровень знаний и, главное, любят свою работу. А потому в том, что пусть и небольшими, но уверенными шагами эта служба будет только развиваться, сомневаться не приходится. Настоящая преданность делу и постоянное стремление к совершенству – качества, которые непременно помогут на этом пути и непременно есть у каждого сотрудника.